Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас еще один новый злом игры «Последний день на Земле». Сейчас, ребята, на данный момент у меня версия 1.5.6, да, и сегодня у нас, ребята, будет злом на, знаете на что? На урон, да, сегодня мы будем, ребята, уничтожать всех с одного выстрела. Но есть, ребята, один нюанс, вас тоже будут выносить просто с одного укуса, с удара, так что, ребята, здесь быть или не быть, здесь нужно все быстренько сделать и уничтожить наших противников. Но сегодня я, ребята, решил убить, в принципе, Громилу. Да, я очень сильно хочу замочить Громилу, потому что сколько я пытался, я ни раз не мог ее убить. Но вот, ребята, появляется новый злом на урон. Я думаю, сейчас, ребята, мы его точно победим. Создаем АК-47. Да, будем, ребята, уничтожать АК-47. Так, смотрите, ребята. Заходим в инвентарь и смотрите, ребята, на наш меч. И, как видите, у нас 3000 урона. Это очень много. Также, ребята, я уже снимал, в принципе, подобие этого злома, только получается на защиту. Да, как бы, знаете, бессмертие. Ну, этот, ребята, злом, я думаю, будет очень крутой. Так что, ребята, скорее пойдемте проверим этот злом на Громиле. Отомстим, ребята, за всех... Опа, опа, опа. Опа, нет, здесь нужно аккуратно. Просто я боюсь, ребята, если у нас укусит, то все, мы сдохнем сразу же. В оригинале, как видите, там волк нас будет очень долго кусать, чтобы мы сдохли. Но здесь, ребята, на зломке вы будете зыхать тоже с одного раза. Есть, ребята, один нюанс. Это вот он. Что мы будем тоже умирать с одного раза, если нас кто-то укусит, и все. Потом, ребята, что? Многие сейчас скажут, блин, опять сохранение, сейчас оно опять у меня работать не будет. Нет, ребята, это не сохранение, это АПК-файл, который был взломан, получается, на бесплатный крафт, бесконечные монеты. И плюс такой, знаете, бонусный мод на то, что у вас очень большой урон. Да, ребята, не нужно никакие, в принципе, вам эти, как его... сохранение, либо что-то там еще, просто скачивайте в нашей группе ВКонтакте, в закрепленной записи через облако Майору. Там, ребята, нет никаких вирусов, так что скачайте без проблем. И все, просто зайдете и будете, ребята, уже играть. И да, ребята, я сейчас играю на очень крутом сохранении, которое заходит у меня с первого раза. Надеюсь, что у вас оно тоже будет заходить с первого раза, так что ссылочка на него будет тоже в описании. Ну что, ребята, войдем? Да, войдем сейчас в зараженный лес и убьем этого гребаного Громилу, босса УАЗД. Потому что он меня очень много убивал, я думаю, сейчас ему, ребята, за все отомщу. Ну что, давайте, нужно здесь быстренько все сделать. Здесь, так, так, стоим, ждем. Где он? Ждем. Вот он бежит, ребята. Гром трясется, опа, есть, ребята, мы его уничтожаем, он не успел до нас добежать, как мы его, ребята, грохнули. Вот так этот выглядит, ребята, Громила, сдохший. Но у него, ребята, имеется карта доступа бункера ЗУ, ну давайте ее, в принципе, возьмем, не зря мы его убили. Вот так это, ребята, все выглядит, очень быстро его уничтожили. Ну что, давайте и других поубиваем, смотрите, сразу появляется над зомби, появляется урон 3000, вот видите, 3000, и все, вот так, с удара всех вы будете, ребята, уничтожать, без рутправ, без сохранения, просто скачал игра, я думаю, ребята, это круто, и будет достоин этот взлом вашего лайка, да, ребята, давайте. Прям сейчас поставьте, пожалуйста. Я никогда, в принципе, видео не прошел, чтобы вы поставили лайки, подписались, да? Ну, здесь такой вот взлом хороший, что можно, в принципе, и поставить лайк. Ну, в общем, ребята, скачивайте в группе, но я пошел играть, ребята. Ну, на этом, в принципе, все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и до свидания.